Всем привет! Сегодня поговорим про Йохимбин, или как его называют, Йохимбе. Купить товары по выгодной цене со скидкой можно по ссылкам в описании к видео. Вы на канале Разбиратор. И для примера я взял Йохимбин от российской компании Nature Foods. Эта добавка представляет собой экстракт коры дерева Йохимбе и содержит в себе мощный афродизиак Йохимбин. Используется он преимущественно мужчинами, так как у них более выраженно ощущается эффект. Хотя среди девушек добавка тоже популярна. Основное действие Йохимбе – это усиление эрекции. Он действует на нервные центры в мозге, которые отвечают за эректильную функцию мужчин. Также Йохимбе улучшает кровообращение органов малого таза, что также приводит к усилению эрекции и повышению либидо. Он имеет ярко выраженное нейростимуляционное действие, поэтому может быть использован в качестве предтренировочного комплекса. К тому же Йохимбе активизирует липолиз и поэтому часто используется как жиросжигатель. Особенно он хорош в жиросжигании в сочетании с другими стимуляторами – липотропиками, кофеином или каротином и так далее. Из побочек Йохимбина у вас может появиться тремор и небольшая тахикардия. Нужно будет снизить дозировку, либо выпить что-то успокаивающее. Принимать необходимо по одной капсуле в первой половине дня вместе с едой. Курс не больше месяца, потом сделать перерыв.